Это было так. Интересно, когда Боря Жирков вот выводит, ой, блин, и вот она у Тимик 15, она трясется, она долго, 210-220 км/ч, а потом он говорит, ну чего, делай, как положено, там же белая полоса, дынь, блядь. Топа! А оно не выходит. А он там сзади смеется. А на 6 тысяч заходили. Опять дын! Дын не выходит. Потом он... Ну что мы делаем? Вот как надо делать. Как дал я такой бым с башкой в этом своем шлемофончике. Оттуда-сюда. Вывели. Ты что не понял? Ничего не понял, товарищ командир. Повторяем. Оказывается, надо было строго по полосе. Со всего маха. Ребята, наверное, горячие.